И в ладоши хлопают, ебать, типа классно, блядь. У вас по-прежнему ноль ключей, блядь. Баньте, чё дерево, мах. Сань, ну, ты, конечно, я этим говном приора свой бил. Головка здесь? Нет. Да похуй на этот приор, блядь. Смотри, готов? Сейчас, блядь, выйдет ИК и, блядь, этот, оно уже вышло, кстати, блядь, я думаю, проебался, нахуй. Недельник нет, должно вроде как. А? В нолик все, да, нахуй? Так, в недельник. Среду. Блядь, я не знаю, я что-то читал. А, то есть не было, новости. Блядь, да? Я не, не было. В смысле, это точно, что в среду вы или что, блядь? Именно да, в среду, блядь? Да я слышал среду, на понедельник, блядь, короче. Да объебали вас, блядь, лапшу на уши вешают, вы я слушаете. Только по среду слышал. Ну, так в среду ДХ выходит, алё. Да, вы что, не знали? Ну, ба, у них по средам контент не выходит, блядь. ДХ, наконец-то. Ну тогда в четверг. Следующий. Четверг 20.00, как обычно, если только так. Иди сюда, нахуй, Вася. Псуф, извини. Иду. Идёшь, точно. Оху, маг танчит нормально. Столовка здесь, накидай слов. Сейчас, подожди. Слов? Бит слов, чё, блядь? Накидай биточек, алю, блядь. Нихуя. Ебать тебе, урод. Я убью сильно, если давай быстрее, корни кинули на большого, отвели мобов. Или забаньте его, нахуй. Он просто растерялся, чё ты, блядь. Столовка чисто, блядь, биточек, нахуй, блядь. Я сижу, думаю, я не удивлюсь, если это сейчас задницей всё делало. Биточек ты имеешь в виду, который хавает такой? Ну да, с мяском, блядь. Задницей он делал мотоцикл недавно, ты чё? Васёк, это ты чисто битмейкера люблять? Ну, а ты там анимешников своим такую же хуйню включаешь, да? Мейкер, мейкер. Он так же только в жопу делает. Сыцу на моё входит в чат, алё, блять. Столовка, давай, бежи. Давай, Васёк. Блять, ну это какое-то попукивание слабенькое. Жири герои. Это чисто такое... Такой звук, как после ряженки с селедкой, нахуй. Опа, блядь, нахуй. Пирожков двухнедельной давности захуярил, блядь, сидишь на толчке, и все, блядь. Помнишь, как в полицейском с Рублевки? Я тоже, говорит, что-то, говорит, после селедочки, говорит, ряженки дал, и, говорит, потом как дал с продресью, блядь, нахуй, блядь. Получился бит. Получился биточек, блядь. Подебрали. Блядь, кстати, петух, нахуй, петух, сука. Хорош, блядь. Ну, правильно тут там, да. Алюминь, блядь. И чё, пацаны, нормально лежим? Это я? Ах, земля алюминием, нахуй. Когда у нас будет уже массорез? Блядь, надо этим вопросом заниматься надо. 23-й день как никогда ходит, нахуй. Заняться. Не, ну сейчас с этим, с тем, что квесты начали делать, кстати, и все остальное, там были бы мы в легендах, сейчас у нас, по-моему, мне кажется, уже был бы массорез. Ну да, ну да. Да, понятное дело, что был бы. Мы тогда на 3 левела обгоняли эту гильдию, блядь. Не было бы у нас до этого, блядь, чмо ГМа, блядь, ЧСВшного, блядь, было все бы нормально, нахуй, блядь. Вот отвечаю, если б я его, блядь, встретил, я б какую ебал бы наотмашь, блядь. Хрустнул нахуй, да? Ебать, просто нахуй. У тебя нахуй в котле бы с этого, блядь. Чисто, блядь. Закажи кочегар, ты чё, блядь. Нахуй, тебя чисто, там именно, блядь, нахуй, грач, нахуй, на один крит, ебать, просто, блядь. Один крит, ебать. Просто с левой, нахуй, ляп, блядь. Видел? Да ну там додик фестивальный, блядь, нахуй. Гританул по Владику. Как Гринпис засудит, если ты его ударишь, то что, блядь? Додик фестивальный. За то, что уебал скотину, нахуй, блядь, или что? Да. Грех Турнберг у тебя покусает. Грех Турнберг? Так ты же полицейский, ты же должен сам это, блядь, правопорядок защищать, нахуй, не нарушать. Так а что, мрази пиздить нельзя, блядь, или что? Где-то написано, что мразь пиздить нельзя, блядь. В каком законе, да? Плохо это Груди пропал, в смысле, Артём. У него там постоянно Владик гавка. А он на работе, блядь, нахуй. У него, блядь, этот... Короче, у него там какие-то траблы с бабками. И он уволился с работы. Там что-то, короче, какая-то херня у него получилась. Я не, ну, всех нюансов не знаю. И ему Лёха литературе помог устроиться, типа, там, куда-то в какую-то контору, типа, серии экспедитором. Но он говорит, мне надо же бабки отдавать, блядь, и поэтому, говорит, я буду тут на работе умирать, нахуй. Слишком, походу, сирос дохуя вдонял. Ну, я говорю, у него Влад постоянно гавкал на фоне. Не потянул, не потянул.
Гавкал или плямкал, ебать, не понял. И то, и то. Постоянно. Я говорю, Влад, хватит там гавкать. Ща на фары повайку, все у всех на стороне нормально отлетит, типа молчат. Гри, пойти его сюда. Кого, блин? А, этого еще не ёбнул, я уже пошел в Фрейвена. Там, говоришь, шматку трэш. Какая? Ебать. Кушак в визире. Нормальный такие, ну. А где, в каком мобе, блядь, покажите мне, блядь. Арсал, тут где-то? А, вижу. Надо кому-то это дерьмо? Сука, блядь, надо. Ну, расплыл. Понял. Рыбку поставьте, покушайте там. На костяной, значит. Ну, штаны, блядь, с Фрейли. На кого? На косты. На какие косты? Ах, кто кому сбивает? Да, я водяному сбиваю, грозовому сбивает Рогатога. Ну, ДК там на подстраховке, блядь, вас. Да, здесь. Морально на подстраховке Рогатоги, блядь, ко мне на подстраховку будет, блядь, Женек. Ну, это как бы такси, ну, блядь, похуй, блядь. Там паспорт, а с чем мы делать? Давайте чек даю. Паспорт, а с чем мы делать? Танчить трэш. Трэш уходит просто, да, тут без сюда, короче. Столовка, пуляй. Столовка на бозе. Водяному, Женек, ты сбиваешь. Водяному, водяному. Я подстрахую, Кирилл, ага. Пизду. Понял, спасибо. Паладин, трэш собираешь, соответственно, блядь, и возле где-нибудь в районе босса его тут весь танчишь. Вот сейчас на пулы на паладина дали, паладин лужу нассал, собрал всех на себя. Поехали по мобам. Да, хорошо, да, да. Егор Сакра. Смотрите аккуратно, Вася, выйди нахуй с мелизоны, нахуй ты там стоишь, умираешь. Тихо, успокойтесь. Ёлку залили, точечно по мобам, точечно. Максим, нахуй ты в мелизоне стоишь? Я не в мелизоне. В корнях умер, а мы не снял план. Не, просто взорвались. Квинмун, подними безвредного. Вы там что-то разогнались, прям пиздец. Ну, блядь, быстро убили. Когда мелочь выходит, РДДшники, выбегайте сразу на макс ренджу, блядь. Потому что, ну, это хуево заканчивается, у вас мало хп, блядь. Если он сравнивать Лока, у которого 26, и у меня, у которого 34. Понятно, что меня проще будет прохилить. Да, вообще-то ДБМ-то пиздить, да? Дайте бафчиков, блядь. Забафали Лока, быстро. Каска, лапа, пристабаф. Поехали по дереву. Там ёлка. Ёлка. Ёлку залили. РДД быстро, потому что она, блядь, без... А, есть гриб, все. Ёлку потушили. Подводи моба. Паладин, забери моба и подведи его под гриб. Надо делать все очень быстро. Далеко ты гриб убил. Быстрее, 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 моба тушим. Женек выбежал. Женя, почему тебе надо, блядь, про все напоминать? Ты не видишь, блядь. Ну что за хуйня? Веди босс моба, блядь, этого дерева под гриб. Мы его бить не можем, сало висит, когда мы не под грибом стоим. Вышли с лучей, корень разбили. По возможности паладины в ёлку забили. По возможности паладины в корни, в фридом кидайте, там у кого, блядь, как откатывается. Корни разбивайте. На пул дали в паладина, паладин собрал мобов. Кливаем их. Я водяному косты сбиваю, грозовому рога тога. Вышли с лучей. Паладин, мобов забери. Столовка, чё он, блядь, на тебе, нахуй? По хвостоплёту играйте больше. Быстрее, 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 хвостоплёта больше. На грозового больше. Теперь в грозового. Залили резко, 200к. Да. Ёлку, 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 ёлку хуярим. Всё, без кипиша, всё нормально. ДПСа в вагон, вышли с лучей.
И пока ты один только кипишуешь. Ну не кипишует, он заботится о нас. Корни разбили. Тебя братву призовет. Вообще похуй, что он там позовет, бля. На пул дали, на паладин, собирай. Вышли с лучей. РДД набрали ренжу. Сакру дали. Сакра, гимн на ХП, слава. Топка? Дерево, лё. Дерево. Убили? Да. Все хорошо. Точечно, по-моему, мы играем, все не кливайте. Просто точечно по одному заливайте, чтобы меньше урона было по рейду. Корни под боссом разбили. Все, ждем. Случай вышли. Корни. Подводи под гриб сразу. Елку. Елку запиздили. Быстро, быстро, быстро. Блять, не могу бить далеко нахуй. Все. Поехали по мобу. Моба под гриб. Подведи так, чтобы его могли бить милики. Паладин, у тебя есть неделя времени посмотреть видео на ютубе. Можешь, Слава, дать ему свой канал, там, где залиты видео. Там, где мы ходим, убиваем. Выводи из лучей. Там, где мы ходим, боимся. Там есть тактики, как мы все убиваем, блядь, все видно, все слышно. Будет дальше такая хуйня, в рейды ходить не будешь. И крафтовый шмот себе сделать. Там, блядь, 5к, блядь, делал. Ёлку, ёлку залили резко, РДД. Нам планет, Ростав, сейчас хуйню как моросить. Егор, сакра есть? Дайте, убейте корни по ДЦ. Фридом в ДЦ дайте быстрей. Напулили мобов. РДД вышли от случай. Кливай мобов. Корни на мне. Закливали, хорошо. Бьем, 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 бьем. По этому, блять, по плеточнику дали больше. Другому, дерево далеко. Дерево залили. Босса на позицию, столовка. Босса на позиции. Куда ты ведешь? Стали тут. Я что-то не понял, прослушал момент. Я когда-то говорил дать геру. Уже. Не, я интересуюсь. Я говорил дать геру? Нет. Случай. Куда он? Что это нахуй за самодеятельность, блядь? Ёлку залили. РДД. Куда вы, блядь? Там что-то шлёпало, я просто не переживаю. Все, убежали. Перешли на другую сторону. Столовка дальше заводи, глубже. Это сейчас ебанет тут. Встали все левей. Ждем. Перешли. О, я в мили прилетел. По корням фридом давайте, чтобы не время на это не терять. Добивайте босса. Корни в милизоне. Перешли. Перешли, дерево. Елка, елка. Да все, похуй убили. Отошли, я туда сейчас ебаню. Да, она сейчас умрет, мне кажется, нахуй. И похуй, блядь. Она из мяса, блядь. Так. Я хуею, что, серьезно? Что там, стол? Шея, блядь, шея, нахуй. У, сука, блядь. Это мне надо, блядь. Ебать. Так, тапочки. Говной, блядь. Кто нищий, блядь, и не способен себе скрафтить, блядь, ну, берите, блядь, я хуй знаю. Идем тарим и пробуем. Персик твои.
Может, у тебя мимика в обычке... Паладин, жрец, чернокнижник. Подожди, не спеши. Мимика в обычке, мы в любой момент убьем даже, блядь, голыми боссами, без волосами, блядь. Я не знаю, давайте забирать. Так. Слава, а у тебя 4 куска? Да. Ты просто обновиться, да? Да. Рома, а у тебя сколько кусков? 2, но у тебя штаны есть. Кокосик, а у тебя что? 2, понял. Тебе тоже нужно хау? Ну, обновиться. Ну, я понял, ну ты первый по приору, поэтому тебе. Дальше, рыцарь смерти, маг-друид. Так. Абу-Даби. Мне ап. Ну, я понял. Ну, ты по приору первый. Так, формула нужна кому-то вытягивания крови? Кому надо, мы инспект жмем быстрее. Да, я был. Так, по ролу. 86, Ладомир. 91, Рога Тога. Квазивер, 93. Квазивер. Да, я думаю, должно быть. Могу спросить. Так, ребята, есть у кого рецепт? Рецепт на масло? На какое? На грудак. На грудак, правильно же? На ап, который. Что, столовка получается ГЦ, блядь? А то. Держи. А сейчас нет никого? Ну, Тринька теперь. Дай лутера там ларец заберу. А, ну видишь, чтобы в ГБ сделали. Чёрт, забирай. Это ты верно подметил. Пойдем Торима хэм дрочить будем. Сейчас я расставлю метки. В каждую метку становимся по 3. Касается РДДшников. С миликами сейчас будем решать. Артстайл, я, Егор, мораль, Женек и, наверное, Рога Тога. Мы будем бить, который Ауга вар. Будешь дрочить балыбу под стенкой. Сань, по 3 нормально? Если кто-то сдохнет, тогда подойдешь в милизону, потому что ты лишний, типа милик. У нас 6 человек может только в милизоне стоять. Что? Я говорю, по 3 же нормально, может, Столовка, пуляй, что ты стоишь? Я не пойму. По 3 нормально, да? Столовка, а где же соки там, и там не получилось что-то? Бля, ну пока это нахуй, нету с собой ничего. А что тебе надо какой? Ну я бы на меткость воткнул. Просто 20 меткости? Да. Есть у кого-то 20 меткости? Да, сейчас сделаю. Моба забери. А что если будет молния там? По черепу играем. Стрела Альдина или молния крылся с мороз. Эма. Сакра. А если мы не умеем нажимать массивы? Ну надо уметь. Что-то я зря в мире подошел. Че интересно, эту хуйню с мобом фиксанули, блядь, что его можно в МК взять и им, блядь, убить да, всех там? Да. У меня даже видео есть, оно там у меня закрытый доступ, типа. Весь видео, как довезокса его довели, прикинь. Квазиверу кинь торг, там камень. Столовка слышал, не? Че? Квазивер, обед. Я на лестнице. У нас Версикалор, да, будет брать контроль? Да. Версикалор, у тебя есть ПВП-шмон? Лучше пускай они вдвоем берут. Ты хочешь 2 моба взять? Лучше 2. Ага, потом будет как ловить их, когда они будут не в контроле. Я думаю, в принципе, ДПСа дохуя, можно попробовать и одного. Не, ну просто он выйдет с контроля, подойдет к какому-то хилу, ему леща надает, но тут ее отляжет. Там даже дело не в том, что он там к какому-то леща надает, дело в том, что он выходит с контроля и бафает босса на 20% нахуй скорость атаки, блядь. И он просто начинает там, как бы, разъебывать, как бы, тряп. Давайте мы так сделаем, мы возьмем одного моба в МК и просто... Слава, будешь на подстраховке, вдруг у него там что-то не получится, сразу МК ты ебанешь, понял? Угу.
ну, да гораздо так, типа, 2 плюс 2, типа, плач ради бытия контроль брать. Может, два раза заменим просто, вон там Тиазар сидит? Зачем? Ну, чтобы еще плюс один, наверное, дошли. Просто повесим человека КД на одного босса, да? Он, блядь, в коме туда в гильдии сидит. Мы страдаем. Освоение. Да, для кого? Там по факту, блядь, то ли мы только пару шмоток, блядь, нормально. А тут не вопрос, блядь, в шмотках, тут вопрос в этом. Походка. Да. Печать. Боюсь, кольцо танком идет. Так, добивайте этого моба, сейчас меня суманете. Я, блядь, стратил нахуй, квест не взял, блядь. В принципе, похуй, мы все равно сейчас... Давайте сейчас все маслами обмажемся, нахуй. Мимика не сделаем. Саш, блядь, когда у тебя фантазия, наверное. Базар. Правда, даже туда чихнул, блядь, типа, что тут у Саши... У меня жена зачихала, она. Волшебник, ты еще обмазался? Маслами, говорит, пацан, давайте обмажемся. Спасибо. Для загара? Или массажа? Какие масла? Кирилл, может дать ассист? Я могу поставить метки, типа, чтобы люди стояли нормально и отбегали только от этого, от разряда. Их не будут доставать этот. На, поставь пока, я сейчас этот квест возьму. А я пока отойду на минуту. Кирилл, я в комнату, да, иду? Курите 2 минуты. А хильте, останьтесь хилой, хильте меня. Мага, хильте. Со мной кто-то идите. А чё хочешь? В принципе, тут и голова нормальная падёт снова. А чё хочешь-то, Сань? Я хочу метки поставить. А-а-а. Нормально. Так курите 2-3 минуты, сейчас я подойду. Два человека со мной, кто-нибудь встаньте в этот, ровно в череп. Один человек ровно в череп, встаньте. Слышно меня? Встаньте в череп, метку, пожалуйста. Ровно в череп встаньте. Креста встань в квадрат. А? С креста перейди в квадрат, ровно. С квадрата перейди в луну. Thank you.
Стань с черепа в крестик. Все, можете уходить. Они страшно стоят, прям близко очень. Эти все метки стоят на рейнже 12 метров. То есть, если вы будете стоять ровно в метке в центре, то ни одна цепная молния не прилетит в другой кемп. В принципе, хилить будет легче. Да. Холипал может стать просто в танке и стоять. Можно бить не смог. Отмели, бля, кто слышал? Я в комнату, да, иду или чё? Да тут похуй, типа, милики плотные, они четвером могут стоять, их не убьет цепора четверых. И главная задача — это отойти от разряда. То есть разряд больше бьет на стаках, чем молния. Потом. Молния всегда одинаковый урон. Главное стать нормально в метку, типа, и никого не цеплять других людей. В какой метке танки стоят? Череп. ШП и ХП где стоят? В луне. Там два ШП и ХП в луне может стать там самым, самая сейф зона, которая есть. Это при условии, что босс в кругляшке в этом стоит, в оффрейд, да? Да. То есть надо босса спулить так, что один танк пульнет босса возле стены, ну, когда он упадет, а второй перетаунтит его, когда он будет, ну, стоя ровно в черепе, перетаунтит его, и босс станет идеальным. Так, я тут. Срез, ауга, артстайл. А что ты так метки расставил? Ты хочешь сказать, что между ними 12? Да. Ни одна метка, типа, 12 метров не задевает человека, если стать прям... Не, это понятно, что мне кажется, они близко стоят. Ну зайдите. Прям сильно близко, блядь. Они стоят прям ровно-ровно, 12 метров. С линейкой мерил? Да, ну, два человека брал, радар и текстовый ставил. Я понял. Срез, что там у тебя не получается? Но бафов не заебся. Забафайте шамана, что за хуйня, блядь? Короче, холипал. Стоишь, получается, под ногами, Мишаня, вот там, под боссом, где босс стоит, там под ногами, под стенкой. Или ты в луне будешь стоять? Пусть два ШП и холипал станут в луне. Это точка, в которой момент, кого надо бегать. Хорошо, Миша и два ШП стоят в луне. Там уже поделили, кто в каких метках стоит? Нет, еще не делили. Давай поделим сразу. Миша, два ШП стоят в луне. Так, можно я перерву тебя? Один ШП же должен ПМК держать возле стены. Ну вот пусть он в луне стоит. Зачем его возле стены стоять? Три мага стоят в трусах. Пук дракона, дед Квазивер, стоите в ромбе. Малах, кокосик, безвредный, стоите в печеньке. Так, получается, печенька и крест — это милики, правильно?
Милики — это квадрат и крест. Ой, квадрат, крест. Тут на всех не хватит, тебе надо поставить 3 человека, которые будут бегать. Ну, давайте тогда отмена. Тогда Аверн, Абудаби и Люцик будете бегать, а в трусах будете стоять хилы, чтобы вы до всех доставали. Получается, Срез, Квинмун, Суф стоят в трусах, Миша стоит в луне, Хау, тогда тоже будешь бегать. Нет, нельзя. Я буду бегать, я буду планировать на недостающий камень. А куда тебе доставать, они все в центре стоят, блядь? Куда тебе доставать, блядь? Когда я вот, допустим, буду стоять вот тут, возле стены, ебать, я не достану нахуй, кто стоит с той стороны. Ничего страшного. Это хуйня, что хил бегает, тем более ДЦ. И шо, а что, тебе на ходу щиты не кидаются или шо? Смотри. Буду бегать. Становись тогда вром, пук побегает. В кресте стоит Телдрин, Артстайл, я. В квадрате стоит Мораль, Женек, Рога, Тога. Ауга, бегаешь под стенкой, если кто-то из миликов, которых я перечислил только что, умрет, становишься вместо него. Услышал? Услышал. Чек только, даю. Только сначала пусть подождет Сипуху, когда боска стоит. Кирюх, а там где стоит? В центре черепе. Также? Череп, все. Еще скажу один момент. Смотрите, ребята, после 4-го стака на боссе надо отбегать от этого разряда. Вы весь бой стоите в метках. Если вы видите, что разряд идет сзади вас, вы поворачиваетесь, прямо выбегаете назад и отходите в сторону. Не вздумайте бежать наискосок или так через метку, потому что вы полутаете цепуру. Вы просто разворачиваетесь на 180 всем паком вашим, отбегаете назад и потом уходите по краю в сторону. Эта хуйня пролетает и так же само обратно возвращается. То есть локи там на портале могут вернуться, там, ну а вы остальные там пешком добегаете. Только не срезайте, не надо срезать. Держите всегда рейнджу, иначе просто молния убьет всех. Паладин, который килл Джиден, ты знаешь, что делать на этом боссе? В комнату ходил? Понял, столовка, в комнату пойдешь. И смотрите еще, как надо вам поставить босса. То есть, так как пал будет тут, столовка, ты когда прыгнешь сверху, останешься там возле стены. Где? Ну вот смотри, мы когда спустимся, да, ты вот там, где стена, вот противоположная, останешься там стоять, босс упадет, ты его заберешь, и в этот момент паладин ты должен стоять в метке череп ровно и забрать со стола. Нахуй не надо, блядь. Ага. Так, давайте, кто идет в комнату? Третья пати в полном составе. Все локи. 2 ШП остаются тут. Миша идет туда с ними. Столовка идет туда с ними. Не, давайте не так. 1 ШП останется тут. Версик останется тут. Слава, пойдешь в комнату. Аверн, Абудаби, Пук Дракона, Люцик, Ладомир, Столовка, Квазивер, Малах, Кокосик, Безвредный и Воид Спирит идут в комнату. Все услышали? Получается, третья пати — это 5 человек, 4 лока и 4 пати. Давай сделаем вот так, чтобы было проще, блядь, вот так. Может, я с ними пойду, чтобы я им... Вот так. Что? Вот так. Давай, можешь тоже с ними идти. Хао, Ладомир, третья, четвертая пати в полном составе, столовка. Эти все люди идут в комнату. Услышали? 13 человек идет. Версик, ты тут остаешься. Чек даю на присутствие, на понимание, на всю хуйню. Кто, лучше сразу, кто не понял, кто в какой метке стоит на лаз-фазе. Кто не понял, сразу лучше напишите или скажите там, ну, нажмите нет. Чтобы не было такого, нахуй, потом, бля, кому с пулем, и, бля, где я стою? Не, Егор, не должно шатать. Друид в комнату идет, нет? Все поняли, блядь, не дай бог. Просто, какой друид? Ну, просто, если кто-то там проебулит, чтобы БР был там один. Там есть пук дракона. А, все. Это, версия... Давай, же, подожди, стоп, правильно? Давай сразу, да. Квазивер, СС по Ладомиру, Малах, СС по Суфу, Кокосик, СС по Хао, Безвредный, СС по Квинмун. У Среза, если что, есть встать, сразу СС и раскинули, кого назначили.
огурцы поставьте на всякий случай. Вдруг что? Съели, блядь. Взяли огурцы все себе. Так, VersiColor контролит моба, правильно? Да, VersiColor контролит моба. Слава, если у него там что-то не будет получаться, поможешь ему, подконтролишь. Завоеватель. Когда мы спустимся, вы сразу по меткам расставляетесь и до 3-4 стака от босса просто ебурите босса. После 3-4 стака вы начинаете уже отбегать от каждого разряда, который от стены идет, от этих шариков. Дали по меткам, сразу Геру дали, выпили припоты, развалили ему ебало. У него хп не так и много, 25 лямов, это чистая хуйня. С нашим ДПСом это просто, блядь, помойка, блядь. Не убивать его, блядь, в хэме, блядь, в нашем гире с нашим ДПСом, это чисто позорище, блядь. Все были готовы, столовка, пуляйте. Рога того, соответственно, когда будем здесь, на пулы в паладина, моба этого дерните, чтобы он не дул в рейд, блядь. Прохильте рейд. После 4-го стака, ну даже, наверное, после 5-го, уже потихонечку давайте массакры. Даже, наверное, после 4-го. Да не, это рано. Вы сокру даете, когда там, типа, вот эта баба, она тпшится, она дает блинк. После этого она через 2-3 секунды кастует свое АОЕ. Так идите в комнату, кто идет в комнату, уже идите, быстрей. Стоим здесь все в центре. Что посмели вмешаться? Погодите, вы? Я помню вас. Столовка, просто беги туда, пацан. Не лови сбоку. Давай, Саша, порули там на этот в комнате. Бежим. Одного убиваем и дальше проводим обо. Да. На правую сторону перешли, все. Ну давайте. Рома, я тебе скажу, какого моба взять, я на него череп поставлю. На левую перейдите. Быстрее. Вот этого моба, Рома, череп взял в контроль. По левой стороне. Череп не бить. Идите, мобы сами придут, не бейте их, идите уже. Рома, мой тебе совет. Сразу стань в полумесяц, и там его и держи. Все станьте ровно под жопу босса. Во фрейм босса. Моба, отведи подальше туда к рычагу, вот сейчас прям. Сам отпустишь его, перебежишь в луну и возьмешь его опять, понял? Дальше его отведи под рычаг туда. Сам в луну выбеги и обнови на нем контроль. Быстро только это сделай, пожалуйста. Пробудителя играем резко. Второму мобу дайте стан, прислужнику. Все, вы точечно бейте только прислужников, эти догорят. Все, иди наверх уже, столовка. Пробудителя, ребята, пробудителя резко залить. Держимся по правой стороне. В угол зайди в стенку, столовка. Заведи моба. Не в этот, в другой. Срежьте, алло, блядь. Закливайте мобов нахуй, блядь. Где ДПС, блядь? Почему череп никто не бьет? Мы уже бежим. Да тут столько мобов, что, блядь, пизда, нахуй, блядь. Помогите мобов сначала убить, последний, кто бежит, за пулей. Блядь, ну, короче, вайп упали, блядь. Вайп упали, быстрей! Рома, блядь, что у тебя нахуй не выходит? Я говорю, отпусти ебаного моба, выйди, сука, сам в полумесяц, блядь, и обнови по нему контроль. Ну что, сука, сложного, блядь? Он бегал как ебанутый туда-сюда, этот моб, а ты нихуя не можешь выбежать сам, блядь. Ну ты не понимаешь, что ты будешь весь бой стоять в полумесяце? Нахуй ты, блядь, стал с нами в центре, блядь? Так я делал это. Их ну и было. Что, а что не получилось? Где твой труп лежит? В полумесяце, блядь? Так их два было, мама. Да похую, блядь, тебе не надо двоих брать, одного возьми и держи его в полумесяце, блядь. Починитесь. А если мы там молния? Дело. Не достает там молния, блядь. В принципе, можно двоих людей, наверное, к вам оставить, потому что мы очень быстро проходим. Да. Да и хау тоже там особо не нужен. Да не, я так на постраховке, чтобы типа не шотнуло. Ты бы лучше там подстраховал, там вон они чуть не сдохли. Ну смотрите, давайте, могу сказать. Тут мне кажется.
Нет, просто прободит. Останься на арене, Хао. В комнате там нихуя нету. Все, давай. Да, там еще щитов кину, пацана. Там, там хп нихуя нету, все быстро умирает. Квин, он пусть все идет с ним, да и все. Слава, с нами тут остаешься. А что, версия на туда, да? На арене с нами остаешься. Угу. Будешь иссушение крутить, дамажить. Значит, ты летаешь, я не пойму. Время без 20.11. Ой. Самолеты летают, пипец, да? 11 часов почти. Вася, хватит же ты. На аэродроме живешь? Что? На аэродроме живешь? Задолбали просто. Я понимаю, у нас авиационный завод, но нафиг летать постоянно. Так сбивай. Из чего, блин? Купил карту лазер, но нахуй яришь нахуй лазер. Задние базуки сбивать или кого? Давайте, если там реально сильно дохуя ДПС, дед, останешься тут с нами на арене. Дед и Слава остаются тут. Ну мы типа 45 секунд, мы уже прибежали. Ну отлично, все, тогда так и будет. Так, проверяйте бафы, быстрее только, пожалуйста, ребята. Я через 20 минут уйду. Все готовы, поехали. Столовка, иди сразу правее туда, заходи, моба этого дергай, блядь. Чтоб он в рейд не дунул, как в прошлый раз. Все, все, кто в комнату идут, идите уже к рычагу быстрее, не теряйте время. Сейчас мобы умрут через 2 секунды, блядь. Жмите рычаг. Саша, порули там в комнате, которая в Абу-Даби. Контроль взял. Налево. Не бейся. Направо. Закрывайте. Пробудителя играем все быстрее. Дед, не надо этого делать, откидывать. Просто бегите, не бейте этих мелких. Мобиков на ходу дотайте просто, все. Там у вас сова, локи, блядь, все остальное этот. В серединке стоим, кливаем. Рома, тебя это не касается. Отойди с мобом туда подальше. Чтоб у тебя цепуха не замыкалась и все. Ну там нихуя не дамажит, это вообще похуй, блядь. Сало дайте первому мобу прислужнику, второму стандарт. Череп никто не бьет. Рома на нем держит контроль. Нахуя? Вот он только вышел с контроля, сразу там джаги, хуяги. Вы не видите, кого вы бьете, блядь. Рома, когда будет. Когда будем бить босса, когда будет. Когда он спустится, ты вот этого моба держишь. За, вот тут смотри, где мой вар стоит, видишь? Где-то вот тут его держишь. Чтоб он не близко стоял ни к мелизоне, ни далеко, блядь, а доставал до всех. Сильно к стенке не, отходи, не отводи его. Чтоб баф покрывал, блядь, весь рейд. Так, что вы там, скоро заканчиваете? Мы бьем последнего больше. Давайте, ускоряйтесь, там 40 секунд. Завоевателя ебашим. Давайте, давайте, ребята, 25 секунд, где вы там, блядь? Под стенкой, аккуратно, мобов на ходу закливать, блядь, бежите и дотайте их. Быстрее, 15 секунд. Мобов обязательно убить, там никого не оставлять, задотайте их всех.
Быстрее, 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 спускаемся, пуляйте босса. Пометки здесь. Так, босса на позицию, быстро, по меткам стали. Стали, босса забери. Напулили на него. Забери босса, блядь, стань, сука, в черри, блядь. Вася, подними пука, Геру дали. Вар, ты под стенкой стоишь? Что-то я нихуя не понял. Кто тут еще, блядь, стоит? Как меня вшатало, блядь, если нас тут трое? Я не могу поднять. Нас трое, блядь. А как вшатало тогда? Значит, что-то с метками хуйня какая-то, блядь. Может, кто-то ближе подходит. Рома, убили твоего моба. Скажи мне, пожалуйста, какого хуя ты лежишь под стенкой, а не стоишь в луне? Можешь рассказать? Ты какого хуя лежишь по... вот там? Где ты должен стоять? Прямо ну, а я не вижу, что это луна. Я вижу, что ты под стенкой лежишь. Хуй знает где. Может быть, скоро подземелье может пойти. Да ебать, тут такая неразбериха была, блядь. Ой, квадрат, квадрат может подземелье пойти. Паладин тоже танк стоит, хуй знает как. Ну череп не видно, блядь, где стоит. Она стоит друг в друге ровно, блядь. А, кстати, у меня метки пропали, вот только трусы стоят. Хотя все стоит. Трусы, череп, квадрат. А, вон луна. Я не понял нихуя, почему я сдох, блядь. Сейчас скажу. Потому что кто-то в ранже еще стоял. Тебе да уебал. Нет. Тебе уебало молния, ты 4000. Ну, мы стояли в метке четко. Я, Егор и Артстайл, блядь. Это или кто-то додумался Пета, блядь, вызвать, наверное, блядь, какого-нибудь типа Престовского, блядь, или еще какая-то хуйня. А что, по Петам он тоже идет молнией? Хуй его знает. Ну, а от чего я мог сдохнуть, блядь? Ну, я своего сожрал, как я тут начался. Хотя, правда, Гарголью призвал. По-моему, не должен по Петам идти, так он бы весь рейд бы шотал. Вроде как так и было, блядь, только что не... Ну там три метки получается у вас. В одной метке танк стоит, танки. И в двух метках милики. Ну где-то ренжи не было у вас. У вас ДБМ же есть у всех? Да все, мы стояли в ренже, блядь. Молния ну... уебала по ним двоим, и на мне третьим, блядь, у меня вшатало. Но не должно так убивать, блядь. Или от защиты от сил природы не было, или я не знаю. Просто тут надо, чтобы все рейнджи соблюдали. Если у тебя никого нету, это не значит, что у другого нету. Если хотя бы у одного типа в рейнджи есть, то перескочит на вас. Ну, какое-то тело, которое у тебя нет, подошло немного вправо-влево, блин, поймало рейнджу с другими, блин, и просто цепной пошла. Бля, сама... может по старинке как убивали раньше? Тут самого на стати стоять. А какой нахуй на старинке? В обычке, блядь, как бомжи ебаные. Не-не-не, почему? Мы метки ставили дальше, типа, блядь, не? Ну я вот в квадрате стоял, я мог еще назад отойти, еще дальше потом бить с руки, то есть... Тут чем ближе мы стоим, тем проще хилам успеть выиграть. Пал, а как у тебя маг сорвал агро, ну, типа? Это... Рога, сразу, как только босс спускается, на пул в столовку. Столовка то же самое, блядь. Спамишь, не, не, как пулемет нахуй ЛП. Кирюх, тут же Саша сказал, что мне надо к той стенке затаунчить, потом перетаунчивает паладин. То есть потом я уже подбегаю. Зачем? Ну, чтоб типа босс ровно встал или чё там, пойми. А что, ты его не можешь сразу ровно поставить? Да мне-то похуй, я могу. Я не знаю почему, но я б метки, блядь, растянул бы дальше, чуть-чуть буквально. Дождь будет доставать. Там если да, то будет этот ледяной дождь доставать.
Я буквально, вот я не знаю, ну поставил бы метки, ну вот так, блядь. Ну я тебе говорю, я стоял и еще показал. Да им проще тогда не в метку вставать, а за метку. Ну типа, да. Блядь, не говорю, что супер далеко, но, блядь, вот так, типа, блядь, там к маленькому этому кругу поближе. Но я не знаю, почему, мне что-то кажется, что там не хватает ренжи, блядь. Ранжа вроде не убивал. Встаньте, иди встань. Хилы похитьте, встаньте. Вот три по одному человеку. Череп, квадрат, крест. И напишите раньше 12. Просто сейчас. Так этого можно призывать или нет? Достаньте. Крест кто-то один, никого не достает. 12 метров. Ровно. Ладно. Есть давай. Рыбочки, проверяйте бафы. Давай, это призывать можно или нет? Может быть, сопротики выпьемся? Тебе заранее мне гаргули призывать? Походу, да. Не, это призывает, я не знаю, почему он что-то шатал. А он сопроты есть? Он бы есть. Кому сопроты нужен обмен быстро? Я хилам раздам. Ты заебался хилам раздам, всем нахуй раздавай, блядь. Вася, выключи самолет нахуй. А у меня нажата была кнопка. Тьфу ты, блин. Задолбали самолет. Мы сопротивляемся. Персикалы там, да, убираемся. Давайте и обмен. Кому еще надо? По Гавайю обмен, быстрей. Нужно собрать какие-то, надеюсь. Да я потом займусь этим вопросом. У меня там алхимик есть, сделаю. У кого еще нужен сопрот, обмен? Все взяли? Пейте все сопроты. Дед, обязательно от сил природы в центре ставишь, чтобы до всех доставал. Поехали. Так ты скажи, что с этим делать, с завоевателем в конце. Ты стоишь весь бой в луне. Весь. Этот, весь бой, это когда у босса будет 0 хп, когда он умрет. Понятно? Я нет? Понял. Слава понял. Богу, блядь. Дед, что там? Ой, да не дед, пук, что не хватает? Там все нормально. Чек еще раз даю. Все готовы. Поехали. Столовка. Те, кто стоят в черепе, танки, то бишь. Стойте прям ровно в метке, блядь. Ни левей, ни правей, блядь. Ни ближе, ни дальше. Ни... Прям в ней, блядь. Вот стали в череп, вот так ровно, друг в друга. Пися, блядь, в попу, нахуй. И стоите, блядь. И те, кто здесь стоят в кресте и в черепе, и в квадрате. Ни левей, ни правее. Можете стать дальше, блядь. Ближе тоже не подходите. Оно тут достает все нормально, ренжи. Вы включите ренжу и говорите войс. Кому подвинуться, если вы увидите, что кто-то в ренже не ваш. Мне что-то, блядь, не пишет ренжу. Пишу рейндж 12, не пишет вообще нихуя. ДПМ пидорский. Скинем вот тадр нормально для ДПМ. Бля, ну мобы ебать. Налево, бро. Чего с мобами? Я понял. Пацаны, я даю ЕП, я ушел. Но у меня нету времени. Я предупреждал со старта. У меня есть 3 часа. Время 4, блядь. Вайп упали. Может, что-то ради успеем? Нет. Это надо учить. Так. Утюг, робот. Так. Так.
50. 1200. 1450. Вообще по 4 человека надо ставить. 6 меток. Вокруг метки с танками. Время четвертого шота. Да бабочки так можем, в Гере нельзя. Да в Гере четвертого тоже не убил. Если нормально. Если четвертого пока нет тряпка, она просто отвалится. Просто будет залп на плюс молния и все, пиздец. Это дополнил все, да? На ходу. Получается так. Получается, что все. Бля, пойдем триньку, может, попробуем это выбить. Пошел отдыхать. Понятно. Пока люди тут в 10 сидят, Егор, сделай события, пожалуйста, на среду, на допронос, я в среду буду. 50. Копируй это, ставь туда, и похуй. Создай события, я уже все закрыл, я уже выключаю компьютер.